Всем привет! Сегодня у меня неожиданный разбор. Раньше я такого не делал. Первый разбор по варгейму. Итак, мне поможет Тарпан. Привет. Начнем с деки Тарпана, потому что это его ранговая игра против мистера Гости. Что можешь рассказать про свою деку? Дека танковая СССР играется близко к механу, но с большим упором на fire support. Против диверсионный юнит основной это Ми-24 ВП. Основной fire support это средние танки, но на больших картах штурм осуществляется через Буратино и через, точнее, на городских картах через Буратино и через БТРТ с саперами. Почему такой странный выбор разведки? Потому что, в принципе, вся функция разведки — это светить ПТУРы. Угу. Все, больше ей ничего не надо. Танки в лесу видит в основном пехота, а танки в лесу видит с большой дистанции БРДМ. Девяти карт разведки обычной практически хватает. Собственно, вот того, что не хватает, дополняет превосходная оптика на БРДМ. Хорошо. Почему Нона, а не Василек? Потому что фугас, потому что дальность. То есть иногда нужно перевести быстро дым на нужную позицию. А, скажем так, недостаток дальности — это дополнительный микроконтроль. Плюс есть возможность небольшая поортить в лесах. Да, но Василек же он там плотно накрывает очень все. Василек накрывает плотно, но малоэффективно. Для того, чтобы распилить отделение, вероятность того, что оно его контузит, очень маленькая. И, соответственно, из-за отсутствия контузии нанести нормальное количество дамаги, успеть, пока подразделение стоит на месте, очень маленькое. Но она может контузить, и за счет этого, пока подразделение стоит на месте, поймать еще парочку снарядов. Почему Ми 6? Зачем он тебе? Позволяет вынести... Точнее, позволяет ускорить ротацию. То есть я играю от ротации, и я стараюсь постоянно чинить свои танки и поддерживать на максимальном количестве ХП. Я очень редко езжу танками, которые не фуловые, куда-то. Соответственно, второй момент. В мете сейчас Советский Союз уничтожает уничтожением ФОБа. Прилетает какой-нибудь тигр разведывательный или какой-нибудь другой разведвертолет, палит ФОП и просто его выбамбливают. И в итоге танк остается без снабжения. Окей. Пехота. У тебя много дешевой пехоты на мотолыгах? А другой нету. Это вообще? Танк. Не, ну вообще. А какой-нибудь там БМП-3, БМП-2... Задача БМП-3 решается Т-62 МВ-1 элитным. Это раз. Два. Автопушка достаточно на БМПТ. Тем более, что БМПТ выносит весь транспорт противника, и при этом этот транспорт противника ничего ей не может сделать практически, за редким исключением. Зачем тебе иглы? Иглы, потому что нужно прикрывать от вертарашей хоть как-то респ, это раз. Два, нужно как-то ловить тигры, которые постоянно под инвизом пролетают на базу. И какие-нибудь стрелы. Во-первых, я экономлю карточку поддержки. А во-вторых, это эффективное средство. Почему не ИГЛН? Потому что ИГЛН слишком маленькая доступность. По верхней лычке 4 стрелы. А в рамках использования их как противовертолетное ПВО достаточно 4-го фугаса в основном. Хорошо, мне кажется странным твоя авиационная вкладка.
Два противотанковых самолета. Странный выбор истребителя. На мой взгляд, странный выбор истребителя. И опять же, противотанковый МиГ. Зачем? Смотри, бывает такое, что играю от средних танков по нижней границе, то есть Т-80, Т-72. И в случае столкновения этих танков с средними танками по верхней ценовой категории, то есть это 72-ки, это 72-ки бэшные, это их аналоги, то есть М84, к примеру, у них большие трудности с этими танками на средней и дальней дистанции. Соответственно, Кайра, как правило, хотя бы одной ракеты бывает, ну, часто попадает. Соответственно, Кайра и нужна для того, чтобы выносить 16-ю, 15-ю, 14-ю броню, и у этих танков не было проблем. То есть это такое, это пожарник. Средство, которое позволяет в каких-то местах быстро решить проблему. Су-27М — это средство, которое позволяет резко в случае попадания против танка противника, ну, танковой деки противника, сократить вероятность потерь своих танков. То есть, ну, драться танковой декой на танковой декой танками — это занятие, кому повезет очень часто. Вот. И я предпочту разменять Су-27М на два топовых танка, нежели свои топовые танки на топовые танки противника. Но все равно три карточки авиации и для борьбы с танками, при этом у тебя основа танковая дека. Не самыми слабыми танками в игре. Не очень понимаю, почему. Смотри, Су-27С, почему не Як-144, да? Во-первых, кстати, Су-27М по той же причине, что он еще и против воздуха может вылетать, это раз. Су-27С почему? Потому что у него много ракет, у него 8 ракет. Против вертарашей, предполагаемых, при покупке его на старте, он позволяет сбить два радарника. Як-141 не позволяет сбить два Нет, я антирадарника. понимаю, да, я это прекрасно понимаю. Просто у тебя очень уж странный истребитель, честно говоря, и дофига противотанка. Ну ладно, пойдем посмотрим его деку. Давай. Гости, гости, Балтика, девятка, наверное. У него стандартная позиционная дека. То есть он играет, ну, исходя из деки, то, что можно видеть, он играет просто удерживая позиции, захватывая точки. То есть у него есть танки в вкладке снабжения, ну, командирский танк, у него есть пехотная, очень выживаемая командирка, которую очень сложно обнаружить, которая может по городам достаточно долго прыгать. Вот. То есть, и у него очень много колес. То есть человек явно видно, что просто развертывается, закрепляется на позиции, катает танчики, держит большую часть карты с захваченными точками и капает очки. Больше здесь принципиально ничего такого нет. То есть здесь очень хорошее ПВО, в том плане, что с одной стороны его очень мало по сравнению с моей декой, потому что у меня все-таки очень тяжелое ПВО, и его 9 штук. И это плюс еще и ПЗРК, которые во вкладке пехота. Ну, у тебя ПВО прям намного больше. Да, соответственно, у него вот как раз-таки ПВО очень хорошо, то, что его с одной стороны очень мало, с другой стороны оно очень эффективное за свои деньги. То есть здесь и кротали на 8 ракет, по сути, здесь ромбы, которых 7 штук, и которые очень хорошо сбивают самолеты. То есть, ну, грубо говоря, два ромба ценой с 90 сбивает как полтора бука.
Ну, хорошо они работают, хорошо. Хорошая у нее такая вкладочка танков, я смотрю, нормальная. Очень много разведки, с учетом того, что у нее, смотрите, еще спецназ, там две карточки разведки. Так, ну что, мне, в принципе, понятно. ЗСУ 57-2 есть. Это просто прикрытие. Ну, базу защищать. Это хороший fire support, хорошее прикрытие. Ну, неплохо, по-моему, они раньше по воздуху работали. Вот сейчас не вижу, как они работают по воздуху. По-моему, им отрезали рейндж, что ли, да? Нет, раньше во вкладке поддержки есть такие же. А, в поддержке у них рейндж хороший, понятно. Да, в поддержке 2800. И, кстати, можно обратить внимание, что у него отсутствует разведывательный вертолет. Да, пятерочка брони, прям, ух, хорошо. Разведывательный вертолет действительно отсутствует, зато есть этот самый Т-55. Да, и спам Эрика Джакари. Понятно, что, поехали реплей смотреть. Так, а где реплей? Ага, вот нашел. И да, кстати, он использует метовые ураганы. Ну так все используют метовые ураганы. Так, крутим до старта. Мистер Гости, он подполковник, я смотрю уже. Ничего себе. Так, игра началась. 2 минуты 1 секунда. Сейчас буквально секунду. Так, 2 минуты 1 секунда, да? Так, Готов? скорость какая? Первая, конечно. Поехали. Раз, два, три, поехали. Ой. Он делает стандартное развертывание. Он захватывает точку между Дельтой и Альфой и собирается катать там тяжелые танки. Я понимаю, что основная мета и наиболее вероятно, что противник играет общей декой, он туда явно быстрее меня вкатится, и все, что я отправлю на тот фланг, это несколько повторов и ПЗРК. А, смотри, он со старта взял ураган и фигачит по дороге, да? Да, причем он стреляет так, как будто бы я мотор. То есть он предположил, что я играю на моторе, и поэтому туда стрельнул, для того, чтобы не допустить мой приезд Заезд. туда. Но он явно получил удивление сейчас. Погибло, да, и сама ПЗРК погибла, и вертушка тоже погибла. Да. Так, у тебя торы, по-моему, немножко вперед выехали, нет? Немножечко микроконтроль. Не хватает микроконтроля, да? БРД, БРМ 1К вперед вышел. Ушка, ты не боишься вот так вот ушкой кататься прям? Нет, я видишь, она назад едет сразу. Я предположил, что у него к этому моменту накапают очки и заблаговременно начал уезжать в лес. У тебя 4 фактории, я смотрю, разведочка. И летит серия явно на твой УМ-ку. Нет, Т-62. Опа, и сразу же серия прилетела. Это нормальная история, у меня очень тяжелое ПВО. Бук и Тор вместе забрали серию. Но все равно это не так часто бывает, чтобы вот прям вот с первым же Там вылетом взять и убить. еще и ПЗРК. Да, две штуки. Просто Но они чуть-чуть не не стреляли. дотянулись. Да, не дотянулись. Там вилки, все сразу встало. Сводится опять у нас. Нет, миномет это сводится. Что-то он дымит, вилки дымит. Ничего себе. Боится за свои вилочки. Птурчик работает по Уралу. Но вот все-таки хорошо, что техника в Wargame, ой, в Steel Division пропадает. Ну это вот нечестно, ты сейчас вытаскиваешь из Птура это самое, ну то есть ракеты. Разве нет? В смысле, а Но 2 Птура уже нету из 6. Бесполезный грузовик. А мотострелки пошли вперед.
Враг явно обкладывается турами. Ну, это стандартная история. Заметь, я специально забегаю ему на Чарли, заставляя зачищать ее потом. Он сейчас поедет туда своим транспортом и будет разменивать свой дорогой транспорт, который его fire support, на бесполезных мотострелков. У тебя почти закончились танки. У МК так себе. Ну, то есть ее опасно кататься. Очень спорно, потому что я потерял всего один танк. Ну, как бы второй уже не боеспособен, ты его сейчас чинишь. Да. Выехал у МК, начал стрелять по транспорту. Мотострелки приняли бой. Ну, казалось бы, тут транспорт погиб, там транспорт погиб, но ты потерял полностью мотострелков. Одну Ага, карту. УМка выкатилась. Одну карту, да. Отогнала. Одну карту на три транспорта, по-моему. Ну, ты довольно сильно лидируешь. По крайней мере, в серии уже все. Серия закончилась. Он в лес тащит самые вилки. Да. Явно собирается фланговать. А почему ты не растаскиваешь МТЛБшки по карте? Тут такой тонкий момент есть, что МТЛБхи потом не пригодятся. Не, ну и все равно надо вот хотя бы базу собственную защитить от всяких там разведок. Вот смотри, во-первых, я этим обычно вешаю разведвертолет. Это раз. Но И два. МТЛБхи-то бесплатные. Да это понятно, но они нифига не увидят. А через них могут проехать и как бы все. Ну, все-таки они что-то видят. Во-вторых, надо вставить их в таких местах, в которые враг обычно пытается использовать. А это все равно не так много на карте. Я это делаю, просто здесь слишком широкий объезд, слишком широкий фронт. И для того, чтобы эффективно закрыть МДЛБхами, здесь слишком много надо их поставить. Так у тебя их вон целый вагон. Маленькая тележка. Кстати, смотри, заметь, как сильно отличается динамика в Steel Division и в Wargaming. Я сейчас только что играл в Steel Division, бой был вообще на весь карте, а у вас произошло столкновение, вы откатились и находится в стадии накапливания. Ну, недолго. Ну Обрати как, смотри, внимание на сколько сейчас. времени. 6 минут на боя происходит накапливание сейчас. Смотри, он занял позицию, у него преимущество по карте. Он сейчас может захватить дополнительные три точки. Я могу захватить только дополнительную одну точку. Да. Я знаю, что он перевел вилки на правый фланг, и что он будет пытаться перестреливать меня именно на правом фланге. Также ожидаемо, что он будет вызывать свой топовый танк тоже ко мне на мой правый фланг. Именно поэтому я заказываю штурмовую группу на свой левый фланг для того, чтобы зачистить тот самый город, который я со старта отдал, зная, что там маловероятно появление, быстрое появление противника. Ну, то, что я и сказал, стадия накапливания. Происходит стадия накапливания. Ну, кстати, сразу две командирки покупает наглец. Да, ну это то, о чем я говорил на старте. Человек играет просто от накапливания, быстрого накапливания очков и пытается человека, ну, противника капнуть по очкам. Он не пытается его убить. Вот это мне, знаете, очень сильно раздражает в Wargame, когда люди занимают оборону и пытаются вот из-под тишка что-нибудь на обороне выиграть. Сейчас произошел один очень ключевой момент. Я заказал Буратино, хотя хотел заказать разведку для того, чтобы проштурмовать зону. В дальнейшем я забыл заказать этот вертолетик, и это сыграет в дальнейшем на мое моральное состояние, которое приведет к моей победе. Интересно услышать. Вот у тебя обе командирки стоят в лесах, ничем не окруженные.
Да, ты с одного с фокстрота полностью фокстрот контролируешь, вряд ли кто-то тут проедет. Ну, то есть по полю какой-нибудь двухчеловечковая разведка может и пробежит, но Там разведка вряд ли. спереди стоит. Да, вряд ли, вот. А вот с другой стороны, со стороны Альфы, проблемы явно могут быть. И вот отвести парочку МТЛБшек и Вот. расставить их, вот, было бы очень даже не кисло. Только что я опять повесил вертолет Да, Ми-2. вижу, Х вижу. хотел его заказать, но я его отменил и заказал Ми-6. Зачем? Для того, чтобы, ну, вот еще Тунгуску заказал. Мне нужно было быстрое снабжение на правый фланг, потому что противник явно туда собирается давить, а у меня там недостаточно снабжений. Это раз. И два, мне нужно ПВО для того, чтобы пушить. Если я сейчас не куплю ПВО и не начну пушить левый фланг, то я не сделаю это вообще никогда. Потому что он просто по всей карте укрепится. Мне этого допускать нельзя, мне нужно срочно штурмовать. Моя проблема в том, что я после того, как мне накапали очки, снова не заказал этот вертолет. Я забыл. А можно было бы этим самым буратосом вот в этот лес, где вилки сидят, долбануть и пойти в атаку на Чарли? Тут такой тонкий момент, что пока живы вилки, мне нельзя ехать на Чарли. А лес вот долбануть в лес буратосом, а потом вкатиться туда своей пехотой? Хороший вариант. И я бы даже сказал неплохой, но проблема в другом. Проблема в том, что я так делал. И это очень плохо всегда заканчивалось. Потому что как только ты оказываешься в этом лесу, ты, по сути, оказываешься в ловушке, потому что у противника есть ураган. Противник скидывает туда ураган после того, как ты туда вкатил. И после того, как у него проходит паника, он вкатывается туда, в твои паникующие танки. И вилками просто расстреливает. Твои танки, мои танки, просто не успевают свестись. Ну, я смотрю, вот микромоменты изменились, люди танки не держат, отходят постоянно назад, не подставляя их. О, мод идет на это самое, на УМ-ку. Да, это было ожидаемо. Я, собственно, об этом и говорил, что я предполагал на накапливание и вызов более топового танка, потому что вилки слишком сильно напрягали его. Я, кстати, не успел город этот самый перестать гореть. Ты приехал и не можешь заехать. Почему? Я через на пофиг. Тут Так. не принципиально. А почему БТР-ки не уводишь с линии огня? То есть на поле же могут их атаковать каких-нибудь птуром. Они должны принимать урон, они стоят недорого, 25 поинтов. Лучше пусть стреляет по ним, чем по Т-80. Сиси отлетают, размениваясь на мотострелков. Мод выезжает на ОМ. А что ты не принимаешь бой с модом? Потому что танки на танке в открытом бою это Ой, они промахнулись оба, ненадежно. что ли? Обе вилки. Они О, по ты... ибохе стреляли. Плюс им в борт прилетает птуры из города. Тору досталось. Станет, мод едет вперед. Парень прям это самое агрессивничает. Ну, опять очень такие, очень медленный геймплей такой прям, ну, не знаю, не знаю. Летит Су-27М в размен. То есть принципиально было важно забрать две эти вилки. Я понимал, что скорее всего вылетят миги и собьют его прям, ну, практически на 100%. Да, А последние миги. теперь смотри, понимая, что нету вилок и что у него сейчас на карте один тяжелый танк, происходит давление на левом фланге прям автоматически сразу.
Я вижу, что он давит мимодом, и я давлю на левом фланге, понимая, что у него просто нету необходимого количества полимеров. Ну, тут будет неплохой такой заезд. Ну, БТРТ, это зря так по полю, мне кажется. Это вот то, что БТРТ, что, скажем, твои МТЛБхи, которых у тебя полно. БТРТ надо было уводить на альфу все-таки. Нет? Сидеть там. Тут, скажем так, не принципиально, с той точки зрения, что я без понятия, что на альфе происходит, а 4 БТРТ это 100 очков. Угу. Я не могу быть уверенным в том, что 100 очков вообще там нужны. То есть, ну... Ну нагло ты заехал тэшками, конечно, прям. Серия сразу летит. Опа, да, командирку забрал, дальше едешь. Сработает ли тунгуска? Нет, не сработает, наверное. Позиция плохая. Далеко. Очень далеко. Вот смотри, сколько времени. Бах, бук, 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 бук. Не успел. Смотри, сколько потребовалось времени, чтобы мимот на такое небольшое расстояние перевести. Угу. Для того, чтобы просто противник закрыл свой фланг. Пытался он въехать. Не тут его афганка встретила. Просто распилила. Саперы... Танчики отъезжают. Ну, очень эффективная атака. Если бы тунгуску бы убрать. Бах! Только я сказал про тунгуску. Я не доконтролил, она поехала. Я факторию зацепил. Я факторию отправлял через атаку, а зацепил тунгуску и вместе их отправил. Я это заметил только, наверное, с третьего просмотра. Я понять не мог, куда я ее терял. Да, тунгуска обидно. Потому что тунгуска сейчас была ключевой юнит вообще. Собственно, вот МТЛБхи я по одной-две штучки периодически отправляю в бой для того, чтобы чекнуть, есть ли у противника что-то где-то. Это к вопросу, зачем мне нужны МТЛБхи. Опять же, ты много говоришь о том, что в Wargame у нас, в Steel Division у нас, это самое, грузовики исчезают. Но отправлять в атаку на разведку МТЛБхи, это вообще полный сюр, нет? Хорошо, а как увидеть что-то? Нет, ну это же сюр, это же просто сюр. Отправлять на МТЛБхи в атаку, на разведку. Никто в нормальном уме такого не делает никогда. Ну смотри, а я вызову пехоту и точно так же отправлю пехоту на разведку. Да, то но есть... я тебе говорю про реализм в двух играх. Steel Division, где этот транспорт пропадает просто, и в Wargame, где ты ему ездишь на разведку постоянно. Я бы, если бы не было бы МТЛБ, отправлял бы с таким же успехом ПТ-76 разведывать. Да, да. Я бы в этом случае сказал, да, разведывательный ПТ-76... Это разведка, и ее отправляют на разведку. Логично. Просто тут к вопросу о том, что я бы предпочел бы все эти МТЛБхи продать обратно, отправить за карту, и чтобы на эти деньги закупиться мотострелками. А я бы с тобой согласен. Я с тобой абсолютно согласен в этом. В дивизии так и сделали. Да, только там транспорт исчезает. Он исчезает, но ты за него не платишь. Я считаю, что... Он не стоит ничего. Он... Не стоит ничего, но он исчезает. Он исчезает, потому что ты его продал. Он не эвакуируется. Да, не эвакуируется, потому что Евгены ленивые жопы. Ну, они реально ленивые жопы, у них проблемы с программистами. Мы это много раз видели. Просто если бы он эвакуировался, вообще бы без вопросов. А так, что-то прям как-то... Ну, мне лично без разницы, как это выглядит. Главное, что геймплейно ты не ездишь МТЛБхами на разведку и грузовиками не выцыгниваешь у противника ПТУРы. Потому что в реальной жизни так не делают. Ну, есть понятие разведка боем, просто это делают другие юниты. Вот именно, другие юниты. А МТЛБх это важный юнит для армии, который выполняет важнейшую функцию доставки на поле боя грузов или персонала.
Сейчас будет шторм небольшой, небольшими силами. У МК я не собирался туда даже вкатываться. Там я понимаю, что тяжелых танков там 100% нет. И там максимум сидят БТРы с автопушками, которые может отстрелить у МК, и ПТУРы. Нравится мне здесь, как они летают, честное слово. Ну, как ты думаешь, сколько самолетов сейчас уходит? Все? Ну, потому что он как-то наглую залетел. Ушел первый. Второй тоже ушел. Да. Две тяжелых ПВО. Кубики. Бук разряжен, Тор. Ну, Тор паниковал, поэтому он нифига не попал. Ты здесь вкатываешься. БТРТ, мотострелки. Разряженный полностью ПТУРИСТ. УМК сильно пострадала, попал, да, в нее серия. Фактория, разведка, саперы, БТР, Т-80. Кайра, естественно, по традиции никуда не попадает. Ну, чудо, что она ушла. И вот этот вот залет, который был, позволил мне понять то, что у противника очень слабое ПВО. Но при этом... Бах! Да. Позволило мне понять, что противник очень слабое ПВО, с одной стороны. С другой стороны, я понимал, что в любом случае использовать свой воздух я не могу. По причине того, что у противника просто очень хорошие истребители, которые не позволят мне летать. Ну, и один уже упал. В дальнейшем это сыграет свою роль. Там же второй есть. Да, там еще есть дополнительные карты польских. Ну, мы хороших. Точно. Мы их уже видели, точно. Так. Я как бы об этом не был уверен, но я не думаю, что там всего фактория приняли бой. Хорошо, 6 факторий. Уехал только Немрод, да? Эти кончились. Но для него ситуация такая, я бы не сказал, что прямо ему надо что-то делать резко. Танки у тебя лучше, позиция уже лучше. Но вот он выезжает, пытается фактории Немродом пострелять, но ОМК может ему сейчас принести приветы. Много разведки. У него два мимода. По поводу лучших танков очень спорно. С той точки зрения, что все, что у меня есть, это ПТУРы и скорость. А по характеристикам у него танки все-таки на том же самом уровне. То есть, если посмотреть, с какой вероятностью я по нему попадал и с какой вероятностью он по мне попадал, там разница, по-моему, процентов. Пара рамбов. Бах. Ушел. Вот это тоже. Вот ушел как бы в стратосферу. Все, ракеты больше не попадают. Ну, в стелдивизии это починили. Игра намного более аркадная, чем в стелдивизии. Это, наверное, главное преимущество варгейма. Потому что простота механик, которые в Wargame есть, это залог, почему она такая популярная. То есть все-таки Steel Division излишне сложная по механикам. Да, все механики, да, которые есть в Wargame, они докручены, да, они, то есть, улучшены. Но это улучшение сделало их сложнее воспринимать игру, чем в Wargame. Я вот сейчас смотрю. Да, если бы то, что было предпринято в Steel Division в плане улучшений сейчас добавить варгейм, это его никак не испортит. А потому что огромная плейбаза, которая очень-очень-очень высоко продвинутая. То есть там люди, у которых 3000 игр, в варгейме не редкость. Вот, например, я не играю сколько там, года 3-4 в варгейм, да, у меня 3000 игр. А таких, как я, куча. То есть
за это время люди просто много Так, уже наиграли, сейчас много уже внимание. поняли. Я вообще абсолютно не замечаю, как не пилит мой УАЗик на базе. Хе-хе-хе-хе. А теперь смотри. Он садится. И меня бесит не факт того, что мне убили УАЗик, а факт того, что мне забрали Ми-6. И это меня прям очень сильно раздражает. Да, вот, тебе нужно было эти самые МТЛБхи на базу тащить, как я тебе в самом начале сказал. Да вертолет нужно было просто повесить. Может быть, повесить вертолет, но МТЛБхи бесплатные. Кстати, вот, во, я считал это самое недавно доход. Если играть на авангарде в Steel Division, ты получаешь что-то там 5400 дохода. Если играть в Wargame, то ты получаешь примерно 5200 дохода. То есть доходы более-менее равные, да? А при этом у нас дешевле стоит транспорт, то есть какой-то транспорт бесплатен, который у вас здесь стоит 5 копеек. И при этом остальные цены более-менее на таком же уровне. Авиация стоит дешевле чуть-чуть. Получается, что все-таки в Steel Division даже на минимальном доходе юнитов все равно больше. То есть как бы больше боевых юнитов. А в Steel Division, в Wargame ты тратишь на Уралы снабжение дорого довольно-таки. И на ФОП при этом стоит дорого, да. То есть у нас вот Урал, снабжение и ФОП это примерно что-то такое единое, да, и транспорт не стоит ничего. Вот смотри, сейчас видишь, да, у меня на Фокстрот уезжала командирка, зачем, непонятно, это просто мое подгорание. Я разозлился, я уже не хотел ничего делать, то есть я сидел просто и думал, как мне отомстить, как мне противнику убить. И я кое-что придумал. Пах! Как он хорошо попал. Ты после того, как это самое пострелял по вертолету, не повернул свой ПВО. И по этому месту сразу же прилетел этот самый ураган. Да. Ну, то есть парень следит, понимает. Ну, это гость, один из сильных игроков. Давно играет. Он делал перерыв, нет? Или постоянно играет? Как? Может, небольшой перерыв делал. Он сейчас, что-то я смотрел, топ-11, что ли, был. Не, подожди. Ну да, что-то около того. Ми-17 летит. Он летит командирку свою высаживать. Ну, кстати, это довольно нагло с его стороны, вот так вот высаживать командирку на Альфе, зачистив. Он понимает, что время на зачистку у меня займет достаточно большое. Просто проехать танк. Кайрон, просто это было так сложно сделать, и она взяла и сделала. Опять кубики так брямс на пол. И это тебе повезло. Единственный раз, когда мне хоть как-то здесь повезло. Нет, серии повезло. Первая серия, которая прилетела, она могла забрать тебе танк и сама улететь. Вот так вот могла. Первая серия не могла, потому что на момент, когда она вылетала, я уже предполагал, что... Ну, она могла улететь, и потом весь будет летать. Может быть. Фактории Но пустые. Здесь очень хорошо работал дымами, поэтому... Такой спорный момент. И теперь смотри, что произошло. Ну, кто он два раза промазал по тебе? А нет, первый раз промазал. Первый раз попал. Я выделил все в рамочку. Я выделил прям все в рамочку. Я вижу, Тор пошел в атаку. Все пошло в атаку. Ва-а-а, вертораж пошел. Притом не расплитил, а вот сейчас расплечивает прям в полете. Так, раз, два, же... три, четыре, пять, шесть. Шесть вертов. Вертолеты были докуплены 7. В этот в догонку, и они были докуплены с целью того, чтобы максимальный лимит задействовать в этот деку. Ух, хорошо залетает от Буратоса, кстати, прям отлично. Застанил с ромбы и прям на них прилетел этот самый Мишка, и сейчас будет устраивать геноцид.
Я немножко не доконтролил, у меня Ми-6 летает у него на базе. Ах! Есть, мимот кончился. Но ромбы продолжают это самое беспредельничать. Ми-6 прям сел на базу, у М-ка на пофиг прется вперед, отведи ты его назад немножко. А ну что это такое? Что за неуважение? Рамбы, несмотря на то, что они находятся в панике, продолжают хорошо работать. Первую распилили, вторую распилили. Ух! УМ получил. Да, птурчиком. Вертолеты немножко оттягиваются. Странно, почему. Ты пытаешься командирку искать, что ли? Нет, обхват я просто. Не думал, что что-то из этого выйдет. Не, ну надо было микрить. УМ-ку тут зря засрал. Вот честно. Я пытался птур увидеть все-таки, но как бы не получилось. Теперь смотри, у противника вилка разбитая. И которая не починится, потому что рядом с ней все умирает. У меня ПВО подъехало очень близко к его респу, и все, что вылетает, автоматически обстреливается. И все равно не падает. Есть, упал. А, и твой упал. При этом там Айто одна была одна, у тебя здесь куча топового ПВО. Ну, кстати, торы уже закончились, буки закончились, имеется в виду БК. И ты его пробил. Ну что, поздравляю. Отлично сыграно. Просто великолепно. Вот эта вот финальная атака мне очень понравилась. Вперед! Тролло, ура! Ну, по сути, я просто обвелся в рамочку, отправил в атаку весь... лимит, который у меня был, я сделал в виде вертолетов просто для того, чтобы отправить его в атаку. Честно говоря, если бы за место вертолетов там было бы несколько танков, все было бы для противника гораздо хуже. Да, и при этом надо УМ-ку было чуть-чуть постоянно останавливать. Да, на правом фланге там с разведкой была большая беда. Угу. Ну вот. Разбор реплея получился такой более веселый. Я в игре продолжаю ничего не понимать, честно говоря. Поэтому каких-то выводов, что противники могли делать, понятия не имею. Но буду стараться понимать. А на сегодня все. Всем спасибо, всем пока. Хотел что-нибудь сказать в конце? Ну, этот бой очень показателен тем, что нужно атаковать туда, где нет тяжелых танков, там, где тебя не ждут. Пытаться ковырять противника в лоб — не самая лучшая идея. Я заставил противника своим тяжелым танком перекинуть на другой фланг свои тяжелые танки. Тем самым освободил для своих средних танков и пехоты, штурмовых отрядов, возможность штурмовать город, который был между точками, который являлся ключевым. Ну, вообще, мне не понравилось. Мне понравилось, как ты с одной стороны зашел, с второй стороны зашел. В принципе, все было довольно круто. Ну ладно, давай. В следующий раз посмотрим что-нибудь другое. Всем пока.